Как вы вообще оцениваете сферу образования? Что-то, может быть, улучшить, ухудшить? Что-то изменилось вот за этот год, который сейчас уже близится к окончанию? Что было самым сложным в этом году в учебе? Все было очень легко и просто. Все. Особенно физра хорошая. Ясно. То есть это ваша самая любимая дисциплина? Да. Все правильно. Что бы вы хотели бы улучшить вообще в сфере образования в нашем городе лично? Ну, чуть-чуть покороче сделать уроки и все. Самое хорошо будет. Ну, мне кажется, это все и так прекрасно. Замечательно. То есть сфера образования у нас на пятерочку. Так точно, на пятерочку. Мне ребенок учится во втором классе и задают очень много домашнего задания. Вы думаете, что для второго класса так это сильно напряженная программа? Ну, не сильно, но родители тоже занимаются. Иногда бывают задания просто для родителей. Например, сделать фотоотчет времен года. Целый год нужно было фотографировать. Да, а нам задали с пятницы на вторник. То есть пятницы? Рисовали. Хорошо, а пояснительная бригада какая-нибудь есть у этих заданий? Нет. Ну, то есть как бы нужно за три дня сделать фотоотчет времен года? Да. Да ничего, у нас все хорошо в школе, честно. Ребенок бежит на занятия, очень нравится учитель, очень нравится школа, ребята. Мы на каникулах не могли дождаться, когда мы пойдем уже в школу. То есть на пятерочку вы оцениваете? Да, нам все очень нравится. Может быть, немножко взять советского образования и разбавить нынешнее образование. Тогда будет все окей, отлично. Сообщение о якобы заминировании школьных учреждений. Как вы думаете, здесь справляется вообще администрация школы, охрана и так далее и тому подобное? Я думаю, что этот вопрос очень сложный, и над этим еще нужно работать. 4,5. Ясно. Доволен вообще образованием? Ну, у нас в Волгодонске так отчасти, на самом-то деле. Ну, что хотелось бы улучшить? Да многое. Преподавателей поменять контингент вообще целиком полностью. Хорошо. Что не устраивало в преподавателях в целом? Уровень знаний? Подход к обучению учащихся. Потому что многие просто не заинтересованы в этом. Вот и все. От 1 до 5 насколько оцениваете вообще сферу образования в этом году? На 4. Ну да, у меня сын в школе учится в 11 классе. Все устраивает. Ну знаете, я вообще сама репетитор. Я считаю, что знаний никогда не бывает очень много и всегда нужно усовершенствоваться. И я считаю, что нужно усовершенствоваться не только детям, но и преподавателям. И стараться поглощать как можно больше информации отовсюду. И учиться стараться у лучших. Но в нашем городе, мне кажется... По крайней мере, у меня очень ответственные ученики, которые всегда стараются и все выполняют. Насчет школ не могу сказать, хоть и работала, но все-таки однозначного мнения нет. Но вообще, в целом, мне кажется, у нас очень хорошее образование, именно школьное, если возьмем. Я попадала в такие случаи, тоже слышала, что заминировали, как раз была возле школы. Было не по себе и страшно, но я надеюсь, что наша образовательная система справится с этим и в будущем, и сейчас тоже. Отлично. От 1 до 5 какую оценку? 3,5.